Вот, сегодня у нас Вова второй полет за сегодня. Хорошо поднимается, хорошо накручивает. Чудесно. На Таворе хорошая погода. Вон вдалеке Гена тоже хорошо накручивает. Сегодня мы тренируем поиск термиков, набор, потом слив высоты, опять они приходят сюда к горе, набирают и потом крутят дальше. Выходят в долину, опять ищут термик, поднимаются и возвращаются сюда к горе. Очень хорошо, очень хорошо. Вес и клеванта чудно. И замри вот так вот, крутит. Где тебя поднимает, замри. Держи только внешнюю, чтобы не подскладывала. Все, чудесно, держи, держи, центруй. Очень хорошо, молодец. Слышно даже, как Варик пищит. Более опытные пилоты разлетелись на маршруты сегодня. Менее опытные вот крутятся над горой в поисках термиков. Гена, поднимай голову, смотри, где работает Володя. Он тебе ориентир служит, ориентиром, где термик. Вовка накрутил, как хорошо. Молодец. Гена прилетел обрабатывать термики. Больше веса, Гена, больше веса, меньше клеванты, больше веса. Внешнюю придерживай, чтобы крыло не складывалось. Вот, вот. Молодец, сконцентровал, держи. Держи, держи центр. Держи, крути, набирай. Отлично. И протягивай чуть-чуть против ветра. Чуть-чуть против ветра протягивай, не по ветру. Против ветра. О, красавцы. Ну, во, все на солнце улетел. Набираем, пока набирается. Как только подъем закончился, аксель и уходим в долину. Вова в космосе. Думаю, что метров 800 над стартом.